Петр I, Михаил Кутузов, Георгий Жуков появились перед зданием 209-й гимназии Центрального района. На днях во дворе образовательного учреждения открыли аллею Героев России. Впервые в истории путешествия этих бюстов они выставляются на территории гимназии. Ранее площадками служили Красная площадь, Поклонная гора, Петропавловская крепость. Экспозиция насчитывает 9 бюстов. Это и Дмитрий Донской, и Петр I, и адмирал Нахимов. С каждым из них гостей праздника знакомили сами дети. Эту краткую информацию они готовили самостоятельно. Конечно, не проблема о героях найти материал, а проблема отобрать самое главное, самое важное. В рамках экспозиции организованы дополнительные занятия, экскурсии для школьников, выставка бюстов героев нашей страны, проект фонда «Аллеи российской славы». На территории гимназии она пробудет лишь 2 недели, затем отправится дальше. Правда, о следующем месте назначения пока не говорят. Ознакомиться с ним может каждый желающий. В часы работы гимназии вход открыт.